Азан.кз представляет 99 имен Аллаха. 27-е. Прекрасное имя Аллаха Ас-Сами означает «всеслышащий». Ас-Сами – это тот, кто объемлет своим слухом абсолютно все. В Священном Коране говорится: «Воистину, в сердцах тех, которые спорят о знамениях Аллаха безо всякого довода, дарованного им, одна лишь мечта о самовеличии, которого они никогда не обретут. А потому ищи защиты у Аллаха, поистине Он слышащий и видящий все и вся». 40-я сура, 56-й аят. Божественный слух и зрение часто упоминаются вместе. Каждое из этих качеств подразумевает обладание соответствующими способностями. Всевышний Аллах объемлет слухом все, что можно услышать. Он слышит любые тайны и явные звуки, возникающие в высшем и низшем мирах. Он слышит их все без исключения, не запутываясь в них, несмотря на их многочисленность. Он слышит голоса на любых языках, близкие и отдаленные, приглушенные и громкие. Скрываете вы свои речи или произносите их вслух, прячетесь вы ночью или открыто передвигаетесь днем, все вы равны перед Аллахом. Сура 13, 10 аят. Аиша, да будет доволен ее Аллах, говорила: «Благословен тот, чей слух объемлет любые звуки». Когда пререкавшаяся женщина пришла и стала жаловаться посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, я находилась в углу комнаты и не могла расслышать некоторые из ее слов. Аллах же не спасал аят. Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкание относительно своего мужа. Божественный слух бывает двух видов. Аллах слышит любые тайные и явные звуки, а также громкие и приглушенные голоса, различая их совершенным образом. Аллах внимает тем, кто просит Его, поклоняется Ему и обращается к Нему с молитвами. Он отвечает на их просьбы, вознаграждая их за это. Когда молящийся говорит «Сами Аллаху лиман хамида», Аллах внимает тому, кто восхваляет Его. Имеется в виду, что Он отвечает на молитвы. В Коране сказано: «Воистину, мой Господь внимает мольбе». Сура 14, 39 аят. Аллах в единый миг слышит все сокровенные молитвы каждого человека, взывающего к Нему, и в тот же миг способен отвечать на них. В другом аяте сообщается: «Если спросят тебя мои рабы обо мне, то ведь истинно, я очень близок к ним. Когда обращается с мольбой ко мне он, то я отвечаю на призыв молящегося». Сура 2, 186 аят. Для Аллаха это очень легко, так как для Него не существует временных и пространственных рамок. В то же время Он слышит и все тайные наущения Навса, и тайные разговоры людей. Всевышний Господь слышит всех молящихся в трепетной надежде и страхе взывающих к Нему, равно как слышит и знает до мельчайших подробностей богохульство, бесчестие и коварные планы людей, сердца которых упорствуют в неверии и неблагодарности Богу. Его знание объемлет все и вся, и ни одно слово и звук не остается и не останется скрытым от Него. В ином подлинном мире каждый человек в полной мере осознает эту истину Господнего имени, когда Аллах предъявит ему каждое слово, сказанное им в земной жизни. Та истина сообщена нам в аяте: «Господь мой знает всякое слово, что говорится на земле и в небесах. Он слышит все и знает обо всем». 21 сура, 4 аят. В широком смысле прекрасное имя Ас-Сами означает «слышащий абсолютно все, каждую вещь». Слышащий – самое утаенное, самое тихое, объемлющий своим слухом даже самое мельчайшее. Тот, для кого раскрывается все существующее, будь то вечное или сотворенное, через атрибут «слух».